Сочинская школьница победила на первенство России по джиу-джитсу. Турнир прошел в Челябинске. Урал принял более 1000 атлетов из всех регионов России. Сочи представляла Алина Авдеева, ученица 6-й гимназии и спортшколы номер 17. Она провела 4 поединка и в каждом одержала бесспорную победу. В результате сочинка завоевала золотую медаль национального первенства и вошла в состав сборной России. Теперь Авдеева будет представлять нашу страну на первенстве мира в Румынии в сентябре. Тренирует Алину ее мама Ольга Авдеева, тоже именитая спортсменка. Помимо этого, помогла и работа с чемпионом мира и Европы по джиу-джитсу бразильцем Максом Карвальо, который проводил семинар для кубанских спортсменов перед чемпионатом. В Сочи Алину с победой уже поздравили одноклубники из «Динамо» и директор школы.